пятницу в Самарской области теплый солнечный день без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 4, плюс 6 градусов. Ночью плюс 1, плюс 3. Ветер западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо. Днем 6 градусов тепла, ночью 2, выше 0. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти солнце, днем плюс 4, ночью 2 с плюсом. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем 5 градусов тепла, ночью плюс 1, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.